Всем привет! Ура! Наконец-таки сегодня будет видео-хол. Я думаю, что многие ждали, потому что давно такой рубрики не было, и у меня накопилось, на самом деле, очень много вещей. Я ждала заказы еще с декабря, чтобы сделать разные тематические видео. Сегодня будет просто хол. Потом у меня будут еще всякие бюджетные, классные девчачьи штучки с AliExpress, Ким Кардашьян или Кайли Дженнер луки из Fashion Nova. Так что, короче, много всего интересного вас ждет, и сегодня давайте я вам покажу заказы из трех магазинов. Хочу начать с мечты идиота. Подушки в пайетках. Я думаю, что вы тысячу раз уже такие видели. Я их искала в Zara Home, но в итоге увидела на Ромви и решила заказать. Такая вот золотисто-серебристая. Дело в том, что я люблю минимализм в интерьере, но иногда хочется какого-то яркого акцента. Красные, какие-нибудь фиолетовые подушки я не хотела покупать, поэтому я решила выбрать вот такой вот яркий тоже элемент декора. Они смотрятся более интересно, чем просто красные или синие какие-нибудь наволочки. Гости могут побаловаться с подушечками, и вы сами, так что да. Это прям была моя мечта. Я сегодня на домашнем. Кстати говоря, пижамка, это, давайте сразу о ней расскажу, из магазина Гипюр. Она очень классная. Я сейчас пытаюсь обновить свой гардероб домашний. Постепенно пытаюсь заменить и именно составить какие-то, точнее, приобрести комплекты красивые специально домашним. И на Гипюр вот такие пижамки. Это новая коллекция, довольно-таки бюджетная. Я ее заказала, вот такие штанишки. Я сейчас сижу внизу в штанах Андрея домашних. Такая правда блогеров, на секундочку. Она сделана под такой бархат в лапшу. Безумно классный комплект. Очень довольна, у него еще есть поясочек. Так. И так как я по большей части провожу время дома, работаю дома, мне, конечно, важно, чтобы одежда была красивая. Итак, первый лот с AliExpress. Это вот такая вот маршмеллоу водолазочка, которую, когда я выставила фотографии в ней в Instagram, все просто мне разорвали директ, где я ее заказала, что это за чудесная вещь. Я, честно, сама от нее кайфую. Когда я просто увидела на AliExpress, я прям влюбилась, потому что настолько она вкусно и интересно смотрится. Я не видела раньше такие водолазки, которые прям по половинкам разделены, именно в таких вот красивых оттенках. Также она довольно-таки теплая, она такая плотненькая, в обтяжку, неудобное горлышко. Короче, 5 из 5 этой водолазочки оставлю. И, конечно, ссылку для вас оставляю внизу. Следующую вещь я заказала для танцев, наверное. Наверное, не буду носить эту вещь на улицу. Это вот такие вот леггинсы. И они не просто кожаные, а прям лаковые такие. Для танцев мне будет самое то. Они очень удобно, красиво сели. У них плотная резинка, которая все держит, высокая талия. В принципе, если вам они нравятся, можно их надевать, конечно же, не только для танцев. Следующее мое открытие, которым я бы хотела с вами поделиться, это квадратный вырез на декольте. У водолазок, у топов, у майк, у каких-то блузок. Такой вырез, во-первых, сейчас очень красиво и модно смотрится, но самая фишка в том, что он максимально увеличивает размер груди, визуально, да, подчеркивает зону декольте, опять же, даже если грудь у вас небольшая, как, например, в моем вот этом топике, кстати, он тоже от Гипюр, я про него совсем забыла. Такие модели есть в Заре. Это, наверное, самая удачная модель топа такого базового, потому что очень красиво и грудь подчеркивается, и вообще он прям basic-basic. И вот, следующий топ, который хочу вам показать, он от Ромби, серого цвета. Максимально сейчас трендовый фасон, такой кроп-топ с завязками, квадратный вырез и вот такие вот плечики. Я не знаю, как это правильно назвать. Что-то типа средневековье, да, когда дамы надевали вот такие... Ну, короче, был такой квадратный вырез на платьях, такие объемные рукава, к примеру. Это смотрится настолько женственно и красиво. А, я поняла почему. Потому что открыто сильно ключица максимально и подчеркнуто вот таким квадратным вырезом, почти со спущенными плечами. Присмотритесь к подобным моделям. Сейчас я вот заходила в Зару, в Бершку, в Страдивариус. Очень много разных водолазочек, кофточек. Я себе еще две купила. Водолазки именно такие длинные, не кроп-топы, а более теплые, тоже с таким вырезом. Я нахожусь в вечном поиске крутой кепки. Вот такую я увидела на Ромви. Под джинсу сейчас это тоже очень актуально, какие-нибудь такие потрепанные, подранные кепочки здесь на козырьке, либо сверху, винтажные, вареные, как угодно. И она очень крутая, похожа на кепку строителя. Знаете, как будто я прораб такой на стройке. Дешельмеев. Но мне кажется, она выглядит классно. Напишите в комментариях, мне нравится очень. И прикольно то, что это, ну, как бы синий такой джинсовый цвет, и он подойдет летом под многие аутфиты, потому что зачастую летом я ношу какие-то шорты джинсовые или джинсики с кофточками, поэтому эта кепка будет очень тем. Следующая кофточка, про которую тоже было очень много вопросов, и она сама мне прям, знаете, запала в душу. Не могу сказать, что она прям моя любимая стала из гардероба, но она однозначно имеет какое-то свое место в моем сердце, потому что у меня с ней ассоциации фильм «Шаг вперед». Кто смотрел, кто вообще из нашей возрастной категории, напишите в комментариях. Я фанатела от аутфитов в первой части «Шаг вперед». Главные героини — такие юбки миди на запах, всякие летающие шифоновые и подобные кофточки. Я думаю, вы угадаете этот стиль.
они такие вязаные были, я находила в них на танцы. И эта кофточка очень красиво выглядит, я ее надеваю с таким бюстье от Victoria's Secret, можно надеть на топ, даже вот банально на этот белый в застегнутом варианте или в расстегнутом, но даже держать ее в руках, потому что она такая вся, знаете, тянется, потому что это все-таки вязка, а не плотный какой-то материал. I'm in love. 1200 пара джинс. Я их люблю, я фанат. Я увидела их тоже на Ромви. В последнее время я заказывала когда с Алиэкспресс, с Ромви, в общем, с онлайн-магазинов джинса, кроме фэшнов. Я расстраивалась, они не садились. Эти сели классно. Это модель такая Moms Boyfriend, что-то между. Очень красивый оттенок, у них большие дырки спереди. Но самая главная фишка — это разрез почти под ягодицей снизу. Он не сильно вульгарный, он не прям под булками, поэтому... Все очень культурно, выглядит в меру. Все, как я люблю. И они очень свободненькие, комфортные. Прям уже ношу их. Даже сейчас, пока холодно. Обожаю. Дальше давайте сразу покажу вам невероятное платье, которое стало теперь моим точно самым любимым из всех, которые у меня есть. Оно тоже от Гипюр. Оно просто неземное. Начиная от фасона идеального, длины, покроя, как оно село. Материал, который не мнется, такой плотный. Его можно носить и зимой, и... весной. У него очень красивые пуговки, но такое вроде бы классическое, при этом сексуальное и не сильно строгое. Напишите обязательно в комментариях, как оно вам, потому что я от него, честно, прям в восторге. И так как зима уже уходит, я успеваю показать вам такую вот дубленочку тоже с сайта Гипюр. Я ее недавно заказала, но еще успею поносить. Она тоже, ну, просто потрясающая. У нее внутри белый мех. Ну, искусственная, конечно же, полностью на вся на меху. Это очень мягко, очень тепло, уютно, красиво, мило. И снаружи у него такой вот тоже под замшу материал, искусственная замша, довольно-таки плотная. Короче, я подсела на девчачьи оттенки, прям хочется мне, знаете, быть девочкой. До этого я долгое время сопротивлялась розовому цвету, чему-то такому женственному, девчачьему. Думала, что это как-то стереотипно. Мне сейчас стало все равно. Я прям зависима от розового цвета, он в меня вселяет... какую-то дополнительную, знаете, энергию женскую при этом. Ну, короче, нравится мне розовый цвет. Как вы видите, я сижу в розовом, у меня платьишко темно-розового оттенка, пижама, курточка. Она, конечно, не сильный мороз, до минус, наверное, 5, до минус 7 можно в ней походить со свитером. Едем с вами дальше. Следующее, что я хочу вам показать, кое-что шелестящее, это такая вот женская хитрость. Мальчики, выключаем. Для тех случаев, когда мы не можем или не хотим надевать белье, чтобы его не было видно из-под одежды, какие-нибудь топики с тоненькими бретельками или вообще бандо, топы, платья с закрытой спиной. И вот такие вот накладки силиконовые, наклейкой основе. Прям идеально к этому месту. Они многоразовые. Здесь внутри есть такие отверстия для самой чувствительной точки груди, чтобы не оторвать себе ничего лишнего. Удобно то, что вы надеваете на грудь и потом шнуровкой стягиваете как бы грудь, у вас получается такой пушап эффект. Ну, вы поняли, грудь сдвигается и красивая зона декольте получается. И еще, так я любитель ромберов и боди, я из новой коллекции не удержалась и заказала вот такой вот боди, тоже с Гипюр. Она идет в сеточку. Это очень красиво смотрится, знаете, так по-вечернему. И сзади, то есть сетка идет полностью по всей спине. Она получается такая открытая. И спереди более плотный материал, который закрывает грудь, но имеет вырез глубокий, практически до живота. Китайские интернет-магазины — это место для закупки аксессуарами, потому что они там очень бюджетные. Всем советую. Заказала новую пару очков. Короче, вот такие вот очки. Обычный базовый Кот Леопольд, Лепс, как хотите. Украшение вот это я заказывала тоже на Алиэкспресс. Там, блин, колоссальный вообще, огромный выбор украшений, и можно просто потеряться. Решила пробовать вот такой вот красивый на леске, звездочки золотые. Мне кажется, смотрится очень интересно. Именно такое ожерелье впритык к ключицам, да, не висящее, а прям как колье. Чуть не забыла про еще одну розовую вещь. Это футболка с Алиэкспресс. Она идет немножечко укороченная и такая оверсайз. Здесь написано Boy Burn. Меня она зацепила розовым, таким поросячим, нежным оттеночком красивым и черной контрастной надписью. Ее можно будет снизу завязывать и вообще просто идеально. Я обожаю, обожаю, обожаю. Мне кажется, мне этот оттенок очень идет. Следующая вещь. У меня тоже розовая. Это пижамка под Victoria's Secret закос, конечно же, но, честно, по качеству даже может быть и лучше, чем сама Victoria's Secret, потому что последний раз, когда я заходила, трогала эту пижамку, она была какая-то такая шершавая, в общем, не сильно мягкая, не такая текучая, как шелк, кожа, а здесь прям вот шелк-шелк. Ну, искусственный, конечно, я имею в виду, что она очень мягкая, прям как вторая кожа. Так что у меня получается теперь две новые пижамки с Гипюр розовой, вот эта розовенькая, можно прям...
из дома не выходить. И очень мне было интересно попробовать заказать белье с Ромви. Супер-мега-сексуальное, очень какое-то такое прозрачное, красивое. Здесь получается кружево и сверху такие большие стразы. На теле это смотрится просто вау. Знаете, вы надеваете, как будто вы только что с показа Victoria's Secret. Вот так вам покажу хрен ногами. Выглядит это потрясающе. Не знаю, вставлю я вам фотографии или нет, но просто головокружительная красота получается. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, я вас не утомила. Я, честно говоря, сама соскучилась по этим разборам своих заказов. У меня накопилось очень много. И сейчас я еще делаю, готовлю видео коллекция платьев с AliExpress. У меня с последнего такого моего видео, которое было год назад, накопилось много платьев с AliExpress. Сейчас я заказала еще новые, поэтому это видео будет очень, я думаю, полезным, интересным, потому что предыдущий мой ролик сильно зашел. Вам понравилось именно платьишки с AliExpress, какие-то моя коллекция. Так что ждите, ролики будут очень интересно, я стараюсь, шопинг-влоги. Я с вами прощаюсь, всех очень нежно обнимаю, желаю вам хорошего настроения, с вами была Настя, пока. Пойду переодеваться полностью, сниму штаны Андрея и надену свои розовенькие. Розовый цвет — это круто, девочки.